Если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно. Это крайняя мера. И более того, я хочу вам вот что сказать. Мы считали, считаем и будем считать, что Украина наш не только ближайший сосед, а действительно наша братская республика, соседняя. А наши вооруженные силы – это товарищи по оружию, друзья. Многие из них знают друг друга лично. И я уверен, и хочу вот это уверен, что украинские военнослужащие и российские военнослужащие будут не по разные стороны баррикад, а по одну сторону баррикад.